Всем привет! Сегодня протечь масло в коробке передач Toyota Camry XV40, у меня 3.5. Течь начинается через уплотнительное кольцо датчика скорости, который находится в самой коробке. Чтобы заменить кольцо, на всякий случай 2.4, 3.5 кольца разные, смотрите по артикулу, нужно снять с корпуса воздушного фильтра. Чтобы это сделать, первое, снимаем вот эти вот шланги, штуки. Дальше снимаем данный шланг, откручиваем вот это вот крепление, чтобы вытянуть гофру, и снимаем фишку. Дальше вот эти три защелки корпуса фильтра и поднимаем. Вот наш воздушный фильтр. Соответственно, про сам датчик скорости. Вот он находится здесь. Я уже почистил немного масло, подтеки, да, чтобы было видно, как он вообще выглядит. И вот его снимаем и меняем.